Сегодня в Бердске прошло открытие профильной смены «Бердская дружина». В течение 3 дней 8 военно-патриотическим клубам и юнармейским отрядам предстоит показать военную подготовку, продемонстрировать свои навыки и умения в различных играх и соревнованиях. 3 дня ребятам предстоит прожить по военному распорядку под руководством наставников, курсантов высшего военного командного училища. Пройти испытания на прочность решили не только мальчишки, но и девчонки. Сегодня профильная смена собрала порядка 50 ребят из разных военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Бердска. У нас 3 года смена тут не проводилась. Вот, и маленько все это забылось. И поэтому вот мы сейчас этой 14-й сменой возрождаем то, что накопилось за 13 лет, то, что наработали. Я всегда говорю, что ребятишки, оторвитесь от дома, оторвитесь от мамы, от пап, побудьте в коллективе. Это коллектив, это дружба между собой. А друзья, они вот тут начинается все возрождаться, здесь делать. Ну, это одно, а второе – здоровье, сил набраться. Бердская дружина – это не просто смена, это семья. Здесь ребята могут не только отточить навыки в военно-прикладных дисциплинах, но и узнать, что такое дружба, товарищество и поддержка. Это незаменимый опыт и, ну, радостно, что снова выпала такая возможность поучаствовать и показать себя. Мы долго шли к этому, готовились, много тренировок. Хотим выложиться по максимуму, ну и победить. Приехали за победой, получить опыт, навыки отточить свои. Во-первых, это для себя очень приятно иметь такой опыт, гордиться собой, то, что ты была на такой смене «Бердская дружина», и ты сможешь рассказывать своим друзьям, курсантам помладше, как здесь было здорово и весело. Выносливость, любить родину, Россию свою, защищать ее, дружными гордиться, быть дружными. Программа профильной смены обещает быть интересной и насыщенной. Для ребят проведут занятия по строевой и топографической подготовке, полевые выходы, марш-броски, соревнования и тактические игры. А в завершении смены – пионерский костер, где ребята будут петь песни под гитару.